Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, здравствуйте! Начинаем читать, толковать с порталом экзегет.ру книгу пророка Амоса и тема нашего сегодняшнего разговора четвертая глава этого интересного древнего сочинения. Итак, дорогие друзья, мы с вами знаем, что пророк Амос был пророком одним из самых древних по своей жизни ранних пророков. Он жил во времена до завоевания Ассирией Северного царства Самария, и его сочинения полны предчувствиями грядущей катастрофы. Его сочинения описывают то, за что, возможно, Господь однажды вызовет на суд. Это тема этого сочинения вызовет на суд Северное Израильское царство. И мы с вами знаем о том, что в отличие от пророка Осии, который указывал постоянно на то, что северяне имеют такую вещь, как грех Иеровама, Иеровама в грех, а именно почитание Бога Израилева, Иеговы, Яхвы, образом, которым почитали хананеи своих, божеств, богов, то для Амоса другая ситуация. Амоса смущает, точнее возмущает то, что правильная, по его мнению, теория не приводит к правильной практике, а именно социальная жизнь Северного Царства Полна язва, полна несправедливости и порочит э, и само положение Израиля как заветного народа и компрометирует самого Бога. Итак, читаем главу четвертую с первого стиха. Слушайте это слово, Басанские коровы на холме Самарии, вы, притесняющие бедных, угнетающие обездоленных, а мужьям своим говорящие выпить нам принесите. И вот как раз мы тут находим очень колоритное, очень такое живописное, конкретное слово пророка. Пророк Амос описывает вот такую бытовую ситуацию. Есть некоторые женщины, у которых есть мужья, и эти женщины выседают на холме Самарии. То есть, иначе говоря, это есть знатные женщины, израильтянки, которые живут в столице. Эти женщины сравниваются Амосом с так называемыми башанскими или вассанскими коровами. То есть коровы, которые обитают, пасутся, иначе говоря, в местности васан. Если мы кого-то назовем из наших знакомых коровой сейчас, то, конечно, это будет оскорбление, и нас поймут Точь, поймут правильно, на нас обидится. Это настоящее такое неблагозвучное описание женщины, однако ученые считают, что в те времена сравнение стилиты с коровой не было таким уж и уничижающим, потому что корова. Объективно говоря, это красивое животное, и, возможно, в те времена женщина, которая была полная, такая крупная, большая, подобная по своим каким-то параметрам корове, это считалось красивая, хорошая, роскошная женщина. И вот, возможно, здесь вассанские коровы, это есть нечто вроде комплимента, который, впрочем, показывает, немножко неблагоприятную картину. Вы роскошные, вы изнеженные, вы ни в чем не испытывающие нужды женщины, жены, вожаков, вельмож израильского народа, а возможно и жена царя тут имеется в виду. Вот у вас вот такой вот образ жизни. Как образ жизни? Ну, своим мужьям говорящие, выпить нам принеси. То есть командующие, то есть указывающие своим мужьям, чтобы они обеспечивали их нормальный, такой статусный, элитарный образ жизни. Капризное помыкание своими мужьями находят комментаторы именно вот в этом окончании первого стиха. И мы подумаем: ну что в этом плохого? Что плохого в том, что кто-то имеет хороший, достойный, богатый образ жизни? Что плохого в том, что кому-то мужья прислуживают. Но смысл всего этого раскрывается, этого греха раскрывается во всем сочинении пророка Амуса. Цена этого жития, этого роскошества, она велика. Одни роскошествуют и ни в чем не испытывают нужды, сравниваются с телицами, с коровами, потому что другие могут быть сравнимы по своему статусу, положению, богатству, ну, с чем? Ну, с червяками, например, с тараканами, насекомыми, с тем, кто ничего не стоит, ничего не значит. Жены требуют от своих мужей достатка, и мужья обирают нищих до нитки. И признаемся, дорогие друзья, что тема эта, эта схема повторяется во многие времена, во многих народах и до сегодняшнего дня где-то такая схема точно существует. Читаем дальше. «Собою святым клянется Владыка Господь. Скоро придет ваш черед, и тогда вас потачат крюком, рыболовным крючком переловят». Вот начинается привычная для Амоса тема, тема завоевания, тема несвобода и порабощения. Описывается народ-завоеватель, ассирийцы, как какой-то рыбак, у которого есть гарпун, у которого есть крючки, у которого есть сети и вас скоро поймают эти выходцы с севера, выходцы из Ассирии, хладнокровные, беспощадные, безжалостные, Рыбаки, а вы всего лишь на самом деле, хоть вы и кичите своими крепостями, своими колесницами вы всего лишь жалкие рыбки комментаторы считают, что эта тема вот образ э, крюка, сети, какого-то гарпуна и улова, обреченного на, э, на то, что с ним расправиться, его съедят. Она получает осмысление в Евангелии, когда Господь Иисус Христос призывает апостолов и говорит: «Ты будешь скоро ловцом человеков», то он опирается на этот образ, но наполняет его противоположным спасительным содержанием. А Петр — это тот рыбак, который захватывает выброшенную на берег на какое-то мелководье, обреченную на съедение и на гибель рыбку для того, чтобы эта рыбка благодаря сетям Петра и прочих апостолов обратно оказалась в море, то есть получила свободу, спасение и жизнь. Читаем дальше: «Сквозь проломы в стене, вереницей вон из города вас поведут и забросят в Кармон», говорит Господь. Вот описывается момент захвата города. Есть стена, но она проломлена. Там есть отверстие, и вот отверстие. Сначала врываются захватчики, потом этим же отверстием выводят в плен жителей этого города. И, конечно, это то, что было в истории и Израиля, и Южного царства, в известное нам э, прошлое время. «Приходите в Бет-Эль, ну, переводится на дальнем, в Вифиль, грешить, в Гилгал, грешить снова и снова. Каждое утро жертву несите, каждые три дня – десятину» как будто бы подначивает ОМОС, давайте делайте, что вы делаете, продолжайте вашу практику, ходите в ненужные места, в эфире Гилгал, там были, там были святилища, и проносите ненужные жертвы, которые ни от чего вас не спасут, которые вас не осветят, которые не могут вас искупить. Все это не работает». Благодарственную жертву хлебную сжигайте, о добровольных жертвах кричите погромче, как вы любите, израильтяне, говорит Владыка Господь. В стихе пятом описывается крикливая, вычурная, нескромная религиозность израильтян. Внешняя активность прикрывает зияющую внутреннюю пустоту. Капни глубже, глубже, и ничего нету. Оглядись по сторонам, ты не увидишь, что ваша религиозность как-то влияет на вашу социальность. Влияние отсутствует. Чем пышнее ваши жертвы, ваше внешнее почитание, поклонение Бога, тем на контрасте кажется более убогим и бесчеловечным реальной социальной эксплуатацией. «За это я и воздал вам по всем вашим городам, у всех пусто во рту, и в селениях не осталось ни крошки, но вы не вернулись ко мне, говорит Господь». Это был стих 6. Описывается здесь знакомым многим верующим поведение Бога, посылая сначала маленькую неприятность, то, что должно вроде бы привести в Человека в чувство, потом большую, еще более крупную, беду посылает Господь во имя одной простой цели, привести человека в состояние трезвости, покаяния, раскаяния. И вот тут то же самое описывается. Я посылал вам моменты вынужденного воздержания, голод но вы меня не послушались. Голод и завоевание — это разные вещи. Голод — это есть относительное бедствие. Завоевание — тотальная катастрофа, травма, почти смерть. И для колен северных это и была смерть, смерть как ассимиляция, как растворение на чужбине. И, как мы знаем, колено северные не вернулись обратно, Месопотамия их перемолола. Вот. Но по сравнению с этим, конечно же, голод какое-то время не выражает, рожает, и есть ничтожное маленькое бедствие. «За это я и лишил вас дождя за три месяца до жатвы. Одному городу я послал дождь, а другому нет. Над одним полем дождь шел, а над другим нет, и оно засыхало». Характер всех этих воздействий, всех этих действий Бога, он лечебно-побудительный то есть указать на проблему помочь обрести трезвость в оценке своего поведения но как мы читаем здесь ничего это не работает жители двух трех городов в поисках воды шли в соседний город однако и там ее не было вдоволь но вы не вернулись ко мне говорит Господь не раз я губил ваши посевы суховеем и мучнистой росой Ваши сады и виноградники, ваши смоковницы и оливы пожирали ла саранча. Но вы не вернулись ко мне, говорит Господь. Я послал на вас мор, как некогда на Египет. Ваших юношей я истребил, мечом ваших коней увели враги. Я заставил вас вдыхать смрад от трупов в ваших войнах, но вы не вернулись ко мне, говорит Господь. Да, видите, раньше было какой-то неурожай, Потом были странные, странные поведения э, стихий небесных, то есть дождь то шел, то не шел, нарушалось привычное время э, дождя или какой-то засушливой погоды, но не работает. Потом начинаются уже какие-то военные поражения, когда люди гибнут под э, ударами мечей, копий, врагов. Я обрушил на вас такие же кары, как на Садом и Гамору, разрушенные Богом. Вы были словно головня, выхваченная из огня, но вы не вернулись ко мне, говорит Господь. Поэтому так и так я поступлю с тобою, Израиль. А поскольку я так поступлю с тобою, готовься, Израиль, встречай своего Бога. Очень дорогие друзья, сильные слова, очень грозные обвинения, очень что-то нехорошее обещает Бог своему народу. Вот мы читаем эти обещания. Ну как это можно понять, дорогие друзья? Ну вот, возможно, так можно истолковать эти стихи. Тому, кто Бога не слышит, не слышит его слов, его призывов, его знаков, его сигналов, его намеков, каких-то его других указаний – Этому человеку однажды является Бог. Если человек грешный, если у него сердце равнодушное и э, человекоядное, то горе этому человеку. Воистину явление Бога для него означает лишь одно: катастрофа в жизни, крах всего жития и э, свершение Божьего суда. Вот он, создатель гор. Творец ветра, открывающий людям свой замысел, зарю во мрак, превращающий, шествующий по хребтам земли его имя Господь, Бог воинств. Заканчивается глава четвертая, заканчивается описанием э, э, Бога, таким гибным Богу, э, и в этом гибне описывается то, что, вот, кем Бог является. Вот Он Творец создатели гор, повелители ветров, а, зарю во мрак превращающий, для которого хребты земли, горы лишь какие-то маленькие ступеньки, какой-то божьей лестницы. Вот с этим Богом вы имеете дело, и этого Бога своими действиями вы гневаете. А, в этом стихе, последней в этой главе, мы видим Бога, который грозный, великий, владыка мироздания, но при всем при этом он свой для Израиля, и он открывает себя этому народу, он с ним контактирует, он с ним заключает завет, он призывает к покаянию, он откладывает на более позднее время расправу, он ждет до конца. Дорогие друзья, заканчивается глава 4, это мы читаем книгу пророка Амоса, с вами священник из Петербурга Алексей Волочков и портал экзодет ру. Спасибо за внимание.